О, друзья, добро пожаловать на канал «Такие дела». Сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Final Fantasy VII. Так, палатка. Хорошо. Значит, на чем мы остановились в предыдущей серии? В предыдущей серии мы остановились на том, что мы все еще не добрались до реактора, который хотим взорвать. Это второй реактор, который мы должны уничтожить. Так, нам надо разделиться. Встретимся в убежище. Мы рассчитываем на тебя. Взорви реактор. Ладно, я постараюсь. Только зачем здесь было ползтись? По-моему, можно было и пешочком пройти. Так, ух ты. Шмань, хорошо. Спустились. Как-то осталось нам подняться только. А, вот. Стоп, мы же, похоже, уже были. По-моему, туда нам надо было идти. Мы уже были в похожем месте. Мы уже спускались по этому пути. Локации повторяются. Ну, логично. В принципе, от реактора к реактору что может меняться, если так задуматься. Но все же они повторяются. Ладно, может быть, будет потом что-то интересное. Может, мы выберемся из этого комплекса, я не уверен. Но посмотрим. Но все же, блин, немного неожиданно от самой толстой игры. Период. Ладно, что у нас здесь? Какой-то тинкер. Будем убивать его. Да, определенно лучше его. А потом этих собак. Блин, она целует нас в лицо. Давай. Отлично, уничтожено. Я просто МП не хочу тратить просто так, поэтому буду шмалять их ручками. Так, отлично. Собственно, в этом бою мы победили. Это было несложно. Так, взять все. Ядовитые отходы. Не уверен, что, правда, это была хорошая идея, но ладно. Чувствую, дальше после этого мы снова встретим того босса, какой был в прошлый раз. Ну вот, наши друзья разбежались. Опять у нашего героя что-то не так с головой, в том же месте, у реактора. Что бы это значило? Девка с длинным мечом. Папа. Сефирос. Это сделал Сефирос? Сефирот? Не знаю. Сефирос, солдаты, реактор Мако, Шинра. Я всех их ненавижу. Черт возьми, держи себя в руках. Ты в порядке? Тифа. Нет, забудь. Вперед. Поторопимся. Так, давай, взрывай. Ну и что ж, чувствую, сейчас будет босс. Они забежали к нам в широкие штанины, и мы убегаем. Ну, вроде как, не так сложно. Да, во всякий случай предлагаю сохраниться. Так. Нет, это не значит, что мы заканчиваем эту серию. Это значит, что мы просто будем сохраниться. Так, на всякий случай, как видите, я делаю лишнее сохранение. Ну, просто так. Да я ошибся с управлением. Ну вот, и выбираемся отсюда. Только почему у нас время не идет? Может быть, потому что я что-то там не так сделал? Что-то у меня есть такое подозрение. Давайте вернемся. Ну, встретили врагов. Ну ладно, покачаемся, так сказать. Я точно все установил правильно? Ну, судя по всему, да. Просто в прошлый раз у нас лимит по времени был, а теперь его нет. Ну ладно, побегаем, покачаемся. Что пойдет? Да, хранить опять пушки. Ладно. Забраться еще. Там сохраняшку я вижу.
вкусняшку. О, дружище, выбежали. Наверняка не знает, что сделать в этой комнате. Джесси сказала, что мы должны нажать на кнопки одновременно. Оп. Не вышло. Давайте попробуем еще раз. Не вышло. Давайте попробуем еще раз. Не вышло. Черт побери. Оп, получилось. Отлично. Я думаю, примерно с третьего раза примерно все нажимали. Так, ну давайте сохраняться. Если нам будут давать их так часто, то это будет замечательно, на мой взгляд. Перезаписывать не хочу. Пусть у нас будет много их. Так. Сюда еще можно пройти. Но, как всегда. Здравствуй, враг. Да и сейчас мы можем, по-моему, здесь просто видеть с другой стороны. Барет, сюда! О, нет, там враги! Солдаты Шинра! Да мы же их легко победим. Что за чертовщина здесь происходит? Ловушка. Президент Шинра? Почему президент здесь? Президент Шинра, так вы должно быть... Как там она называлась? Лавина, совета не забывать это, а ты значит президент Шинра, так? Давно не виделись, сэр. Давно не виделись? А, это ты. Тот, кто ушел из солдат и присоединился к Лавине? Я по твоим глазам понял, что ты прошел через обработку мака. Ну, предатель. И как тебя зовут? Такие дела. Извини, что я спрашиваю, но я не могу помнить имя каждого. Разве что если бы стал вторым Сефиросом. О, Сефирос, он был совершенен. Возможно, даже слишком совершенен. Сефирос? Ну, Сефирос. Да кому какое дело до этого? Здесь скоро произойдет большой бум, будете знать. Сколько хороших фейерверков перевели для того, чтобы избавиться от таких паразитов. Паразиты? И это все, что ты можешь сказать? Паразиты? Это Шинра настоящий паразит. Вы убиваете планету. Вы начинаете утомлять меня. Я очень занятой человек, знаете ли. Так что вы уж простите. Я должен присутствовать на обеде. Обед? Да не гони, я только начал. Но я распорядился, чтобы вам составили компанию. Что? Что за шум? Что за черт? Ой, ешь ты, матрешь ты. Прикольная штука. Познакомьтесь с технико-солдатом воздушным разрушителем. Его построил наш департамент разработки вооружений. Думаю, данные, которые он извлечет из ваших мертвых тел, пригодятся вам в дальнейших разработках. Техносолдат! О боже. А теперь, с вашего позволения... Подождите, президент! Эй, такие дела, с нами, с ней надо что-то делать. Опасная штука, однако. На помощь, такие дела. Это солдат? Да нет, это просто машина. Какая разница, что это? Я собираюсь разнести его. Посмотрим, что эта штука может. Главное, хвоста у нее нет. Давайте просто атаковать. Не будем торопиться с тратой маны и всего в этом духе. Ничуча себе. Мощный выстрел по нему давай. Он нехило сносит, однако. Шестьсот, ни хрена себе. Отказ поворотного модуля, контратака. Ни хрена себе, но он там фигня. Выполнение программы 1. Бомбардировщик. И что мне делать с этим? Ага. Их, ё-моё. Давай храбрецом по нему. А ты магией и ледом.
Придется сейчас мне лечить всех наших. Вместо того, чтобы атаковать. Ну, такими темпами, в принципе, мы можем его убить. Или это уже все? Не должно быть. Да вы гоните. Титановый наруч. И это был весь бой. Я думаю, сейчас мы несколько часов пусть продеремся. Ух ты, ёж, смотри, что ли. Эта штука сейчас взорвется. Отходим, Тифа. Барретт, ты можешь что-нибудь сделать? Ничего не приходит в голову. Такие дела, пожалуйста, не умирай. Ты не можешь умереть. Я столько должна рассказать тебе. Я знаю, Тифа. Эй, с тобой все в порядке? Терпеть. Ты лучше о себе позаботься. Я в порядке. Посмотри лучше, как там Тифа. Хорошо, хорошо. Извиняюсь. Хватит вести себя, как будто все кончено. Отлично. Держись. Ох уж этот анимешный стиль. Взрыв на фоне. Эпик зашкаливает. Наш главный герой упал куда-то вниз. Судя по всему, в трущобы. Сейчас проломя головой какую-то крышу. Ты в порядке? Ты меня слышишь? А? Я просто поцарапал коленку. Что значит тогда? А что теперь? Можешь подняться? Что значит тогда? А что теперь? Обо мне не беспокойся. Подумай лучше о себе. Стараюсь. Ой, он пошевелился. А теперь как? Не спеши, потихоньку. Привет, эй. Знаю. Эй, кто ты? Привет, привет. Да, смотрите, головушка, там пробили эту крышу. А это наша девчушка-то? Вроде мы ее знаем. Я же говорю, мы упали в трущобы. В церквушку, видимо. Ты в порядке? Нифига себе, как разнесло тут крышу-то. Фу, пол. Это церковь в трущобах сектора 5. Ты упал сверху, напугал меня до смерти. Я свалился сюда? Крыша и цветы, наверное, смягчили удар. Тебе повезло. Цветы? Они твои? Извини. Все в порядке. Цветы здесь очень стойкие и живучие. Потому что это священная земля. Говорят, что трава и цветы не растут в Мидгаре, но почему-то здесь они растут без проблем. Мне здесь нравится. Эй! Вот именно о таких моментах я и говорил, когда рассказывал, что... Игра, когда выходит за рамки стимпанка, она станется очень крутой. Так, ну и судя по всему, можем уже двигаться. Итак, мы снова встретились. Ничего сказать, да? Ну ничего и не говори. Ты не помнишь меня? Да припоминаю. Ты-то пьянчушка из трущоб. Ты продавала цветы. Ой, я так рада. Правда, цветы у меня не купил. Ну и ладно. Скажи, у тебя есть материя? Да, немного. Сегодня материю можно найти где угодно. Но моя особенная. Она абсолютно бесполезная. Бесполезная? Просто ты не знаешь, как ее использовать. Ты не любишь кушек, ты просто не умеешь их готовить. Не знаю. Просто она ничего не делает. С ней я чувствую себя в безопасности. Она принадлежала моей матери. Что-то меня тянет поболтать. Ты не против? Ведь вот мы здесь встретились снова. Я не против. Подожди, мне нужно проверить цветы. Займет пару минут. Пару минут, это круто, конечно. Пока
покопалась. Ну ладно, пусть проверяет, я пока тут окрестности осмотрю. Может быть, какую-нибудь полезную штуку найду себе. Выходить отсюда мне не очень хочется, на самом деле. Я бы еще поболтал. Прикольная девчонка. Вообще, мне окружение очень нравится здесь, и озвучивать эту девчушку нравится. Так, ну ладно. Еще немножко. Ой. Я только поняла. Мы ведь не представились друг другу. Меня зовут... Айрис. Ну ладно, будешь Айрис. 999. Да, так, ладно. Просто Айрис. Я Айрис, цветочница. Приятно познакомиться. А я такие дела. Да хрена я так назвался. Ладно, глупо звучит, но прикольно. Кто я? Я занимаюсь всем помаленьку. О, мастер на все руки. Ага, делаю, что скажут. Что смешного? Над чем ты смеешься, блин? Что, про меня, что ли? Прости, я просто... Кто там зашел? Я уверен, что ты ее парень, да? Ты кто? Айрис, такие дела, берегись его. Давайте поговорим с ним. Не обращай на меня внимания. Не обращай на меня внимания. Не обращай на меня внимания, блин, я хотел обратить на него внимание. Ну ладно. А почему он береги, беречь ты его? Скажи такие дела. Ты когда-нибудь был телохранителем? Ты ведь можешь все, так? Ну да. Тогда можешь меня сопроводить? Проводи меня домой. Хорошо, но тебе это влетит в копеечку. Ладно, дай подумать. Может, одно свидание? Ах ты засранка! Я не знаю, кто вы, но... Вы не знаете меня. Я вас знаю. Конечно, я знаю вас. Это форма. Эй, сестренка, он какой-то странный. Заткнись, шинровский шпион. Прикончить его. Я еще не решил. Не деритесь здесь, вы поломаете цветы. Ох, девчушка, девчушка. Выход позади. Деритесь там. Она залезла к нам в широкие штанины. Как бы это страшно ни звучало. Это были глаза Мако. Да, отлично. Пошли, пора работать. Блин, чертовски прикольно. Рену! И не наступайте на цветы. Ты сам на них наступил, они сломаны. Гореть тебе вода. Прикол. Ладно. Надо как-то спуститься отсюда. Не успел, видимо, я спуститься. Атака на эту бракодябру. Атака на эту бракодябру. Что-то девчушку мне жалко. Не хочешь, чтобы она сражалась? Ну, она, собственно, и не сильно бьет. Так. Можно сказать, просто поддержка. Сейчас начнется. А ты сильный. Такие дела. Зелье. Зелье это хорошо. Зелье всегда хорошо. Так. Но спуститься здесь мы не можем. Нам пройти так? Может быть... А, во, понятно. Так, тут лесенка, но с другой стороны хочу тоже наверх сходить, посмотреть, что здесь. Ух ты, там бочки какие-то, я обязательно. Они там, наверху. А, это Рена говорит, господи. Такие дела, вон там. Я знаю, похоже, они не хотят нас выпустить. Что мы будем делать? Ну, мы не хотим, чтобы они нас поймали, тогда нам остается только одно. Айрис, сюда. Хорошо, я задержу их. Ладно, тогда никто, никого не пропускай. Ни хрена себе. Айрис. Айрис. Мы их убили? Не стоило связываться с нами. Такие дела, помоги. Черт. Что это?
Арес! Придумать, драться, бежать. Не надо думать, нам надо драться. Драться — это круто. Сила есть, ума не надо. Давай, стебеть. А, ей драться предлагали или мне? Да, она никак его не убьет. Обычно своя атака. Хотя он по единице сносит, не знаю, что так слабо. Ну, две атаки, в принципе, ничего, ничего. Молодец, парнишка. Слабенький. Девчушка тебя убила. Хе-хе-хе. Здесь бочка, если я столкну ее вниз. Арис. Ну-ка. Толкнуть бочку, да. Как раз надо либо на Арис, либо на того мужика. Ну, вот такие дела. Что ты делаешь? Ахаха, прекрати. Ладно, вроде у нее пока что жизни есть. Двумя собаками. Я только что должен был сражаться с... Ну что, сейчас сама справится. И бочки я зря кидаю. Взять все. Так, а эта бочка здесь зачем? Какие дела? Помоги. Подумать. Столкни бочку. Мимо. В прошлый раз она будет столкнуть. Да, такие дела. Что ж ты делаешь-то? Со всех падут зелья, круто. Арис, сюда. Да, конечно, бочками там промазал. Конкретно. Так. Что у нас здесь? Выхода не вижу. На, вот сюда надо, да? Нет. Может быть сюда? Да. На крышу. Нифига себе, он полетел, как соловей просто. Ха-ха, они снова ищут меня. Эх, ты хочешь сказать, они преследуют тебя не впервые? Нет. Это турки. Турки. Да, это, знаете, как анекдот коротенький. В Турции запрещено заваривать кофе в турках. Турки работают на Шанра. Они занимаются поиском возможных кандидатов в солдаты. Таким способом? Я думала, они кого-то похищают. Ну, им также приходится выполнять кое-какую грязную работу неофициальную. Шпионаж, убийство, ну ты понимаешь? Очень похоже на правду. Зачем им нужна ты? Должна же быть причина, верно? Нет, не совсем. Мне кажется, они думают, что у меня все задатки, чтобы стать членом солдат. Возможно. Ты не хочешь вступить? Я не знаю. Но я не хочу, чтобы эти люди поймали меня. Тогда вперед. Эй, класс. А девчушку ты не забыл? Постой, постой, я сказала. О. Уф. Помедленнее, пожалуйста, не бросай меня. Ну, здорово. Но мне казалось, ты собиралась вступить в солдаты. Ну, ты не уноси. Слушай, такие дела. Ты случайно не служил солдатом? Служил. А как ты догадалась? Твои глаза, в них странный блеск. Это примета тех, кто подвергается обработке мака. Метка солдата. Ну как ты узнала об этом? Ничего, забудь. Ничего? Именно так, ничего. О, господи, прошу прощения.
Ну же, пойдем, телохранитель. Прикольно. Отыскал себе девчушку. Уф, наконец-то оторвались. Что теперь? Веди ее к себе домой. Мы тут поблизости. Поспешим, пока они нас не нагнали. Так, залезли в их... Она залезла опять нам в широкие штанины. Если здесь можно так просто пройти, то зачем? Так, с чем будем сражаться на этот раз? Атака сзади! Это вор, поди. Защита. Я могу ударить сам себя? Что за есть? Лол! Можно ударить своего напарника. Ага! Все-таки можно защита. Не обязательно атаковать постоянно. Будем знать, будем знать. Так, ну враг вроде просто сам к себе исчез, испугался, убежал. Возможно, что-то своровал, но... Черт с ним. Так, ну уже, однако, 11 уровень, это круто. Ну-ка, что у нас тут? О-о-о-о-о, друзья. Вот все-таки нужно, наверное, нам на этом, пожалуй, закончить эту серию. В принципе, она была, по-моему, очень интересная. Вот. Так что обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте, что мы проходим эту, почти все серии игр. Данную серию игр. Всю почти. Во! Вот. Так что впереди нас ждет много всего интересного. Игра эта далеко не закончена. Я думаю, она будет длиться очень много серий. Ну так вот. Ну что ж, подписывайтесь, ставьте лайки. Будет много всего интересного. До новых встреч. Такие дела.